Когда мы решили искать дом, то мы сразу же решили позвонить Гарри, потому что мы знаем, что он уже очень много лет занимается продажей домов, у него масса опыта, и именно в том районе, где мы искали дом, как раз это его специализация. Он уже в индустрии около 20 лет, поэтому как бы даже не было двух мнений идти к кому-то другому. Работая с ним, я как бы сразу чувствую, что это профессионал своего дела. Он старался войти в нашу семейную ситуацию и понять, какого плана дом нам больше подходит. Он задавал все правильные вопросы в плане поиска дома. Он знал такие детали, которые мы бы никогда не могли знать, если бы мы с ним не работали. Буквально с первых же дней я ощутила, что он человек высокоорганизованный, очень пунктуальный, очень детальный. То есть он замечает детали такие, которые мы бы сами с мужем, наверное, не знали и не обратили бы внимания. На каждый дом, который мы хотели бы посмотреть, который нас интересовал, было множество предложений. И, к нашему счастью, наш оффер в конце концов выбрали, опять-таки, благодаря тому всем рекомендациям Гэри, который он нам множество вещей посоветовал, которые нам помогли правильно сделать предложение. И потом в процессе транзакции, которая заняла около месяца, и это очень хорошие сроки в наше время, на каждом этапе он нам давал очень много рекомендаций по поводу appraisal, по поводу escrow. То есть он знает детали, которые связаны с транзакциями, которые невозможно не знать, если ты не работаешь в этой индустрии много лет. Гэри очень знающий, очень заботливый об интересах своего клиента. То есть мы ощутили, что наши интересы однозначно идут в первую очередь, и мы ощутили, что Гэри действительно пытается войти в вашу ситуацию, понять, что лучше для вас, и дать вам самые правильные рекомендации для вашей индивидуальной ситуации. Благодаря его знанию и многим годам в индустрии, он просто прекрасный профессионал своего дела. Могу только высоко порекомендовать Гэри, и надеюсь, вы тоже сможете иметь шанс с ним поработать.